Здравствуйте, товарищ спектр. Не было же пешехода. Сэм Димсинг? В чем дело? Гражданин Крымской Республики. Сэм Димсинг? В чем дело? Я же сказал, кто я такой. Да, а ты Джаты Дженунгин. Болот Ибрагимов, да-да. Вот, этот, да, без тебя кто здесь решил? Нет, служебное удостоверение предъявите, я хочу знать, какого что здесь происходит. Какого служебного удостоверения? Хочу знать, что тут происходит. За что остановили? Не надо снимать. Я сам не знаю, за что он меня остановил. Болот, убери камеру, я тебе еще раз говорю. Нет, я же просто, я же спрашиваю вообще, за что? Какая разница, за что? Мы здесь сами разбираемся. Ну какая разница? Вы скажите мне. Ты вообще третий человек, ты посторонний, ты вообще не имеешь права. Нет, здесь. Вы служебное удостоверение предъявите, я имею право, я знаю, на что я имею право. Не имеешь права снимать на камеру, без разрешения моего. Как это, товарищ спектр? Вы же знаете то, что я имею Примите право документы. Снимать. Вы не знаете, в принципе, кто я, да? Кто вы? Да. Нет, не знаю, а кто Алексей вы? Алексей Филат. Я Алексей. Первый раз слышу. Вы что, сговорились? Ну, он тоже не знает, кто он. Мне это не важно, кто он. Дайте документы, я буду сейчас составлять. Нет, вы свои сначала предъявите. Я вам еще... Нет, вы удостоверение предъявите, товарищ спектр. Зачем камеру вы? Камеру убери сейчас, говорю. Товарищ спектр. Я тебе сказал, не снимай. Нет, товарищ спектр. Товарищ спектр, предъявите удостоверение.